друзья, всем привет! Мне пришло письмо от подписчика с просьбой рассказать, что такое индонезийский варунг. Вот, и сейчас я выполню его просьбу и заодно покажу, во сколько обходится недорогой индонезийский ужин. Две минуты ходьбы от моего дома. Вот, сейчас я перейду дорогу и видим варунг. Hi, hello. Макан. Макан? Боя. Макаси. Вот, друзья, вот так вот выглядит небольшой варунг. Вот, очень гостеприимные хозяева здесь. Сейчас, да, посмотрим, что нам принесут. Сделаем заказ. Вот я взял меню. Выбор достаточно большой. Но мне здесь нравится наси гарен. Это жареный рис с морепродуктами, с креветками. Стоит он 15 тысяч. Угу. Наси гарен. Наси гарен. Yeah. Сату. Вот. Yes. Стоит большой набор соусов. Вот здесь соевый соус. Затем как же не обойтись никак без чили. Чили с чесночком. Вот, прямо здесь готовят еду. Масло, кстати, добавляют пальмовое. Уже идет очень вкусный аромат. Все шкварчит. Так, что это такое? Похоже на зеленый чили. Вот, друзья, ладно, девушка пока готовит, я мешать не буду. Вот. Пойду сейчас сяду за столик. Макаси. Ну вот, друзья, принесли мой наси гарен, жареный рис. Вот так вот выглядит порция. Здесь у нас морепродукты. Сифуд, одним словом. Ой, друзья, запах просто, аромат обалденный стоит. Вот, мой любимый соевый соус. Я его обычно добавляю много, я не знаю. Он здесь такой, знаете, слегка немножечко сладковатый, очень достаточно приятный. Вот, ну и чили. На чили, друзья, я просто подсел. Без него уже еда не еда. Вот, друзья, вот такой вот мой замечательный ужин за 60 рублей вот, в местном варунге. Друзья, кому видео понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Всем приятного аппетита!